и энергия любви и богатства. На телеканале «Казахстанская медиа-академия». Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Наталья Правдина. Передача «Энергия любви и богатства» для Казахстанской медиа-академии. Ну что же, сегодня мы поговорим с вами о любви. Это прекрасное чувство, которое также можно привлечь в свою жизнь. Каким образом? Прежде всего, конечно, без любви страдают женщины. Как-то у мужчин с этим вопросом все попроще. Ну, давайте обратимся к женской теме. Если вы страдаете от одиночества, дорогие друзья, подумайте, а на чем сосредоточено мое внимание? Ведь дело в том, что в мире энергии, в которых мы живем, очень важно, на чем сосредоточено ваше внимание. Если оно сосредоточено именно на теме одиночества, никому не нужности, печали, тоски и так далее, то именно такую энергию, только еще в большем количестве, мы и привлекаем к себе. Я рекомендую вам сосредоточиться совершенно на другой энергии, на энергии радости, на энергии любви, на энергии счастья. Да, именно сейчас, пока, даже если у вас нет партнера, подумайте о том, за что вы благодарны, какая у вас прекрасная жизнь. Занимайтесь здоровьем, занимайтесь саморазвитием, и вот тогда, когда вы научитесь любить себя, научитесь любить эту жизнь и уже становиться счастливой, вот тогда и придет в вашу жизнь долгожданная любовь. А для того, чтобы подкрепить эти энергии, обратите внимание, пожалуйста, на свою спальню. Ваша спальня – это то место, где живет любовь, поэтому она тоже должна быть чистой, аккуратной и с приятными символами для любви, такими как птички, пара птичек, розовые сердечки и так далее. С вами была я, Наталья Правдина, для Казахстанской медиа-академии. Всем удачи! Наталья Правдина и энергия любви и богатства. На телеканале «Казахстанская медиа-академия». Медиа-академия.